Данный проект, он, во-первых, является победителем гранта проекта всероссийского конкурса молодежных проектов, которые проводились Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь» и при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В программе слета лекции и мастер-классы от экспертов в различных направлениях медиасферы, нетворкинг и проектная работа. Ребята приняли участие в интересных тренингах и ярких вечерних мероприятиях. Мне пока что все очень нравится, очень весело. Познакомилась с крутыми ребятами, надеюсь как-нибудь развивать свои скиллы. Выездная школа собрала представителей медиацентров всех 17 институтов и юридический факультет Казанского федерального университета. Организаторы считают необходимым формирование у членов медиакоманд профессиональных навыков для создания информационного, аналитического и познавательного контента. Все намеченные планы необходимо было осуществить за 3 дня. Сейчас здесь участвует порядка 18 медиацентров институтов КФУ, включая Елабугу и Челны, а также медийные сообщества объединений казанских юлбарсов и деревни Универсиады. А получается, на форуме порядка 90 участников и 10 организаторов. У многих студентов отсутствует понимание, как собрать сильную команду медиа и делегировать обязанности в ней. В каких направлениях развиваться – вообще самый главный вопрос. Реализация проекта «Медиакэмп» как раз-таки способствует объединению медиацентров институтов с целью взаимопомощи и повышения уровня профессионализма участников. Здесь действительно очень сильные представители медиацентров Казанского федерального университета, и это очень хорошая возможность познакомиться с ними и перенять какой-то опыт. Наша целевая аудитория какая? Это студенты. И поэтому очень важно, когда студент пишет для студента. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз.